Меня зовут Эмилия Габдуллина. Сегодня я одержала победу на своей молодой лошади по кличке Халиф. Маршрут стоял достаточно интересный, удобный. По перепрыжке мы одержали победу за счет поворотов, за счет скорости. Я надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе. Я очень рада, что здесь был проведен этап Кубка Максима Парк. Я считаю, что это большая возможность для наших спортсменов сразу же потом выехать на финал, потому что у некоторых нет возможности выезжать в Москву и стартовать там. Вот. Поэтому я считаю, что это очень, очень хорошо. Я надеюсь, что будут и другие этапы Максима Парк здесь, у нас в крае. Впервые здесь была проведена трансляция, и я считаю, что это очень хорошо, потому что мы потом можем посмотреть свои ошибки, исправить их. Также другие спортсмены могут посмотреть нас, посмотреть наших спортсменов, понять соперничество. Вообще моя дисциплина – троеборье. К сожалению, в этом году мы не смогли попасть на троеборье в Максимум Парк. Вот. Но мы надеемся, что в следующем году мы туда попадем. Я уже была на первом самом троеборье в Максимум Парк. Мне очень понравилась трасса. И мы ездили просто так в Максимум, смотрели трассу, очень хорошая. Красивые барьеры, новые абсолютно. Сделали новую воду, она очень-очень хорошая. Будем надеяться, что в следующем году в Максимум Парк мы приедем и будем выступать.